Здравствуйте, товарищ. Сегодня у нас новость, но не обычная, не воскресная, а вот такие вот спонтанные, потому что как бы появилась инфа про пропуск новый. И сейчас я думаю постоянно делать вообще такие вот новости, как бы такие спонтанные, не воскресные, а такие. Но все же, возможно, вам нравится воскресный, так что голосуйте. Вот справа вверху у вас голосовалочка. Ну что, ребята, переходим к новостям. Ну что, ребята, вот, собственно, просто на изи-катке вам, опять же, просто на изи сливаю весь пропуск. Вот, ребята, чекайте. В общем-то, пропуск будет такой вот лисичий. Вот, смотрите, первый сет на девушку вообще просто такая имба, просто такая имба. Вот, серьезно, мне очень нравится такая кепочка с ушками. Просто топ в натуре. Вот, мне кажется, голова просто в натуре тупо топ. Чисто топ. Ну и далее у нас вот такой вот на мужика. Ну, тут на мужика как-то не очень, если честно, понятно, такое все размытое, так что ничего сказать не могу. Но опять же тоже лиса. Лис? Чё? Кого? Лис, наверное. Вот эти сеты просто, этот пропуск, он будет просто серьезно лучше. Вот какие трэпы. Просто сейчас на туре Гарена делает годные пропуски. Правда, Гарена, пожалуйста, пожалуйста, не обострись цветами. Потому что вот смотрите, как текстурка на женщину выглядит просто охеренно, просто охеренно. Но они могут такие цвета добавить, что просто обосрутся. Я даже не знаю, какие это могут быть цвета нормальные, но я не знаю, у Гарен там же нормальный дизайнер, так что ему что-то нормально придумают и не обосрутся. Так, ну что, ребята, переходим, собственно, дальше. Вот такой вот у нас будет рюкзачок. Вот, смотрите, так он выглядит спереди, сзади. Вот это второй уровень, это вроде бы уже первый. Вот так вот сбоку. И далее у нас вот видим скин на М60, опять же из пропуска он будет. И также, смотрите, у нас вот такой вот скин, тоже на АВАПу, просто очередной скин Гарена в натуре, просто молодцы. Но правда он будет без статистики, как и М60, опять же на М60 тоже дофигища скинов сейчас Гарена в последнее время делает. Так, ну и вот, и далее у нас что из пропуска остается? Далее у нас остается лутбокс. Вот такой вот лутбокс. Но тут, блин, такая текстурка, потому что даже вообще ничего не понятно. Вот, разве что такая вот голова лисы тут торчит, как бы. Но сверху это, наверное, такая вот плоская фигня. Это то, что типа такой эффект у нее там будет. Ну, так что ничего не могу сказать, потому что не очень вообще понятно, абсолютно ничего не понятно. Но мы переходим уже к последнему из пропуска. Это у нас вот такая вот будет доска. Опять же, такая, типа, специальная доска, не просто, типа, всякие эффекты на обычной, там, типа, прямоугольной доске, вот такая, типа, специальная, ну, вы понимаете. Ну, вот, собственно, вот я вам так вот слил весь пропуск, но теперь переходим, ребята, к обычным новостям. Переходим, соответственно, к халяве, которая у нас будет уже, там, скоро уже начинается, буквально, кстати, сегодня, да, кстати, можно играть уже в дуо-режиме, там, всякие лутбоксы получать, ну, в общем-то, плюшки в игре, я думаю, вы сами знаете. Ну, вот, в общем-то, будут вот такие вот токены, и мы их будем находить на карте, вот такие вот сердечки, просто там, я думаю, годная халява будет, возможно, один из рюкзаков, который я дальше покажу, или парашютиков, ну, в общем-то, я думаю, вы поняли, переходим далее, вот. Как раз таки у нас такой парашютик, но он такой отстойный, ну честно, он отстойный, ну, согласитесь. Мне кажется, его дадут за бесплатно. Ну такой, кстати, прикольный, но отстойный, короче. Ну мы переходим далее. У нас вот такая вот лиса, ее вот, серьезно, возможно, ее дадут за бесплатно. Пожалуйста, говорят, не надо за пополнение, окей, пожалуйста, окей, окей. Я думаю, все согласны, что не надо за пополнение. Серьезно, сейчас пополнение просто каждую неделю, это же просто бред. Мне в натуре это уже бесит, просто вымораживает меня это уже, капец, просто раздражает. Далее у нас добавят как бы чат на весь мир. Правда, не на мир, а на регион, потому что, понимаете, основная задача этого чата, ну, конечно, переписываться, да, и типа искать все тиммейтов, а так как с другими регионами играть нельзя, так что это будет, скорее всего, чисто для нашего региона. Я представляю, какой там будет капец, просто какие там неадекваты будут, это просто жесть. А также будет, я думаю, так подлагивать у вас там значительно, как понимаете, вот, если вам друзья там спамят, ну, хотя нет, особо, говоря, так чат-то не нагружается, но все же, возможно, будет лагать. Далее у нас вот такая вот пачка скинов, вот, ребята. Тупо чисто фул инкубатор. Слева вверху мы видим чисто фул инкубатор. Ну, типа, не оружейный, а вот такой. И также мы тут видим еще правее тут какие-то скины. Но мне они вообще не понравились. Мне в натуре нравится доктор, который справа внизу. В натуре такой топовый. Пожалуйста, Гарен, завезите его в какой-то нормальный ивент, грамотный прям. Четкий прям, чтобы пушка была. И будет тогда отлично. Но остальные скины мне вообще не нравятся. Рад, что еще видите под инкубаторами. Есть такой вот, как будто бы с гребешком, что ли. Какой-то скин, короче. Может быть, какой-то петух, я хз, чё, ну, тоже такой прикольненький, ну, такое. Короче, переходим далее. Далее у нас будет вот такой вот джекпот на 14 февраля. Вот, смотрите, какая у него будет анимация, вот такие вот сетики. Как бы, типа, будет дуо джекпот, так что будут, как бы, отдельные такие купончики, так что не советуем там закупаться где-то там в тайных магазинах и так далее, в ивентах, так что вы не сможете это выбить, как бы, там будут отдельные, как бы, купончики другие. И, возможно, кстати, эти купончики пару штук нам дадут на халяву, чтобы открыть нам вот такой вот джекпотик топовый. Кстати, в натуре на девушку прикольно, норм, типа, в натуре норм джекпот такой средненький, вот, ну, в натуре нормальный. Короче, переходим далее. На другом регионе у нас вот такая вот халява, короче, с эмоцией привет. Можно будет получить за игру 80 минут, но я думаю, эмоция привет есть у многих.
Ну, как раз таки такая, типа, лайтовенькая халява. Я думаю, Гарена, ну, сильно спасибо, Гарена, тупо красавчики, да. Я не знаю, к нам добавят или нет. И вот далее у нас будет вот такая тоже халява. Тут опять же будут какие-то обменники, я не понимаю, какие-то тут вот такие вот, типа, бриллиантики, рубинчики. Где нет рубины красной. Ну, короче, вот такой вот у нас обменник. Можно будет тут свинью получить. Кстати, в натуре прикольный рюкзак. Мне он реально всегда он нравился. И сейчас такой прикольненький. Так что я бы не прочь его получить, да, бесплатно. И также лутбоксик за 5 минут в натуре. Или за 5 входов в игру. И также сканер можно будет бесконечно получать. Далее, ребята, переходим уже тоже как бы к пропуску. Но тут, короче, силуэты. Вот такая вот у нас картиночка силуэтов из пропуска. Видите? Вот самые левые, как бы, ряд. Я как бы уже слил, поняли? А вот те, что правее, тупо 4 сета, я их вообще не слил. Я не знаю, что это. Вот так вот, короче. Я вообще не предполагаю, что это такое будет. Тут, возможно, какая-то птица, что ли, будет. Вот, смотрите, самые правые. И также у нас вот какие-то эмоции или что. Короче, хз, слишком сильно засвечено, так что ничего не видно. И далее мы переходим к скинам на оружие. Просто скинам на оружие. Опять же, просто скин на лапу в натуре. Просто Гарены молодцы. Ну, это, скорее всего, правда, не будет не легендарный скин. Потому что тут как бы эффектов прям чувствуется, что тут эффекты, я думаю, сложно будет добавить. Вот опять же, видите, тут такие вот сердечки, так что... Куда-то, может, даже в халяву добавят какую-нибудь. Ну, хотя, я думаю, они же не будут просто на халяву, типа, целый скин давать. Скорее всего, лутбоксики добавят. И, скорее всего, просто магазин. И на калаш тоже просто бомбезный скин, ребята. Ну, просто ставим лайк, если вам нравится такой вот скин. Ну, мы переходим далее. Далее у нас будет вот такая, опять же, халява. Но она ничем тут не связана, не 14 февраля. Просто, как бы, вот такая халява добавит обратно режим, типа, холодная сталь, вроде бы он так называется. И в конце катки будет с некоторым шансом, 64% еще, будет, короче, падать и вам лутбокс вот водяной. Тут, типа, северный дробаш, скар. Ну, хотя скар, я думаю, все выбили в нашем регионе. Либо у нас не будет этой халявы. И далее... У нас на другом регионе, короче, скидочка вот на эти эмоции. Возможно, это значит, что у нас их добавит магазин, вот эти эмоции типа трон, вот эта жесткая эмоция с пропуска наемника, ну еще какие-то эмоции, я уже в эмоциях не разбираюсь, я думаю, вы сами знаете. Так что к нам, возможно, магазин добавит, а на другом регионе это скидочка на эти эмоции. Далее у нас будет вот такое вот дерево удачи. Его будут давать, опять же, на халяву, но лимитировано, скорее всего, там штук, наверное, 10. Будем, короче, ставить, алмазики фармить, да. Кстати, можете так фармить алмазы, если кто не в курсе. Правда, я нафармил тупо 60 алмазов и слил их в эту опасную рулетку с легендарными скинами, типа, с тайных магазинов. Просто зачем, я не знаю, ребят. Просто захотел что-то выбить и нихера не выбил. Ну, далее у нас будет в следующем сезоне просто лучшие куртки за всю историю на Free Fire. Вообще, просто лучше. Вот такие кофты, да, как бы такие кофты уже есть в игре. Но как они их раскрасили, это просто нечто, ребят. Даже за золото топовая куртка. Пожалуйста, скажите, что броник не будет просвечиваться, окей? Но также мы видим фоны вот такие, не знаю, такие средние фоны. Ник, я думаю, на них хорошо будет видно, и это самое крутое. На этом все, с вами был Майор. Обязательно ставьте лайк, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь, ребята, год, 3 косаря до конца недели. Пожалуйста, ребята. Тупо где-то 80% не подписаны. Вот это просто тотально, ребята. Это просто неуважение. Так что подписывайтесь обязательно и колокольчик ставьте. Также пишите комментарии, что вы думаете по поводу этих новостей, по поводу ингалятора, который нахер никому не нужен, по поводу пропуска обязательно. И просто по поводу вот этих топовых скинов на ВМ-ку. Это просто топ в натуре. Ну а на этом все. Всем пока.